Good boy. I've been watching this dog all year. He's the most aggressive dog I've ever treated. Does he really need another break? It's not like he hasn't earned it. You're getting a dog. You got this? Think faster. Yeah, I got this. You think I'm afraid of you? Lay down. Rex, lay down. Vehicle approaching. Guns up. Why'd you join? To get away from my life. We're shipping out tomorrow. We are so not ready for this. Clear! Levy, check the vehicle! Where's my dog? I need to see him. You cannot come back to my house like some big war hero. Back off, Mom! You can't let your whole life fall apart over some dog. That dog saved my life. Please just change his classification so that I can adopt him when he gets back. They aren't pets. They're warriors. Cedric, can I just have a moment of your time? His name is Rex. Saved thousands of lives in Iraq. What did you say your name was? Corporal Megan Levy. All you gotta do is fight. And you know how to fight. You're a Marine. What would you say to Rex if he were here? I'd thank him for teaching me what love is. Хотела быстренько вам рассказать о моем походе в американский кинотеатр. Это было первый раз в моей жизни. Вот тут он называется «Сиэтр». Обычно у нас на уроках английского языка в школе говорили, что «Сиэтр» — это театр, а «Синема» — это кинотеатр. Тут называется «Сиэтр». Ходили мы на фильм «Затерянный город Z». Стоимость билета $13.30. Вот, и хотела с вами поделиться информацией. Кинотеатр, он небольшой, но здесь достаточно большое количество залов. Людей в зале немного, все места одинаковые. Где-то примерно 7 рядов, ряды не по нумерации, а по первым буквам алфавита здесь идут. Мы сидели, получается, на 5-м ряду, это буква И английская. Вот, все места, они широкие, мягкие, такая... обивка как будто кожзам. Там есть место, которое выдвигается, чтобы ножки можно было положить. То есть обычно сидеть, как в школе, как обычно вот у нас в МУСИТе, в Днепропетровске, тут таких мест нет. По крайней мере, у нас были такие. Что касаемо продуктов и еды с собой. Приносить с собой официально ничего нельзя. Но поскольку я в Днепропетровске всегда, мы ходили, чтобы посмотреть кино, мы покупали билеты, потом ходили в Варус на... получается, нулевой этаж или первый, как правильно его назвать, покупали всякие чипсы, вкусняшки и неполезные вещи и шли потом в кинозал, спокойно проходили, никто нас не останавливал, вот, то тут примерно я сделала то же самое, я просто объяснила, как у нас все это происходит. Здесь, конечно, можно прям в холле кинотеатра купить еду, здесь есть хот-доги, гамбургеры, какие-то соленые печенья, попкорн, все. И какая-то вода. То есть все, что тут покупается, сюда же и проносится. Приносить, то есть отдельно нельзя. Мы сделали так. Мы купили две маленьких пачки чипсов, воду, и все это пронесли в моей маленькой сумке. И все. Вот так. Вот такой вот был поход в кинотеатр. Было интересно. Было холодно. Да, как и в Днепропетровске, у нас в кинотеатрах всегда холодно, тут было точно так же. И я с собой взяла небольшое утепление из кофты теплой из дома. И по поводу звука, у нас в Днепропетровске очень громко в кинотеатрах. Тут был звук нормальный. Конечно, все на английском языке, но все понятно, это не составляет труда понять. Вот такой вот маленький крохотный билетик совсем. Такой маленький-маленький манюсенький. Надеюсь, вам было интересно это видео. Всем спасибо за просмотр.